Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, состояние пострадавших при происшествиях 10 и 11 февраля стабилизировалось. Сотрудник Росгвардии, получивший наиболее тяжелые травмы, в ближайшее время будет транспортирован в федеральную клинику. Еще двое остаются под наблюдением врачей. Навестил супругов пострадавших на улице Клыкова, которых перевели из реанимации в общее отделение. Дальнейшее лечение одного из них решено продолжить в лучшем в стране центре глазных болезней имени Гельмгольца. Какие же крепкие, дружные, сплоченные семьи у нас в Калмыкии. Для каждого из нас они пример стойкости духа. Будем всячески поддерживать и молиться за скорейшее выздоровление земляков, поделился Хасиков.